Всем привет! Сегодня покажу вам матовый макияж в пыльно-розовой цветовой гамме. Начинаю я с того, что наношу помаду на все подвижное веко. Сразу, смотрите, вытягиваю по форме к виску. Помаду наношу до складки века и все границы мягко растушевываю. На этапе матовых текстур очень важно проработать тушевку, чтобы не было никаких заломов, залипаний, дырочек и так далее, чтобы последующие тени сухие ложились очень хорошо. Здесь я добавляю белесый такой светлый оттенок под бровь, просушиваю эту зону и наношу пыльно-розовый такой красивый оттенок из палетки Huda Beauty Nude. Также им простраиваю форму, то есть я проделываю все то же самое, что и в кремовых текстурах. Также поднимаюсь в складку, протушевываю, вытягиваю к виску. Обязательно добавляю на внешний уголочек глаза, чтобы там не было дырочек. И беру более розовый оттенок. Наношу на подвижное веко и соединяю с предыдущим оттенком. В этом во всем мне помогает кисточка из ворса Белки. Она очень мягко наносит, очень так вуально. То есть ей сложно переборщить с яркостью нанесения текстур. Под брови обязательно должно быть светлое пространство, это у нас зона света. Обязательно растушевываю этот момент, не пропускаю. Здесь я разравниваю всю тушевку и вот показываю вам промежуточный результат. На межресничку добавляю черный карандаш. Вы помните, чтобы не было таких некрасивых пустот. И добавляю черную подводку на контур. Эту подводочку я растушевываю. Будет эффект такой растушеванный. Немножко условной стрелки. Сейчас вы увидите. Вывожу в легкую такую стрелочку, она у меня не будет графичная, потому что остатками того, что есть на кисточке, я слегка вытянула к виску стрелочку. Для более насыщенного контура я нанесла черные тени и соединила границы с предыдущим цветом с помощью этой маленькой кисточки. Наношу светлый оттенок на внутренний уголочек глаза, чтобы высветлить эту зону. И финально прохожусь кисточкой, разравниваю все нюансы. Все хорошенечко подтушевываю. Осталось накрасить ресницы. Мой макияж готов. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.